Можно сказать много. Но самый главный вопрос: а нужно ли говорить все это многое в самом начале видеоролика? Для чего? Чтобы вы что-то поняли, а поймете ли вы вообще после того, как я вам скажу и потрачу ваше драгоценное время, которое вы бы могли тратить на то, чтобы самообразовываться, там, я не знаю, может быть, в доту играть, или там, ну, еще вот нечто подобное. Хотя займу я у вас, будем честны, ну, секунд 20 вашей очень полезной и, разумеется, насыщенной жизни для того, чтобы сказать, знаете что, с каждым днем на Black Rush, это проект такой, если что, в GTA КРМП, количество ютуберов увеличивается, и на этот раз у них начал снимать Малфой, 70 тысяч подписчиков. На самом деле, скоро у меня на моем канале, вот этом вот всем Семен, если вы его еще не видели, если вы на него еще не заходили, то вы, наверное, просто теряете время зря, потому что на моем вот том канале Семен, там выходят всякие разные видеоролики, всякого разного формата, всякого разного вообще вещей, и там вообще много всего интересного есть, поэтому если вы как бы вот без всего этого, то, ну, нужно как-то вот наверстывать упущенное. Там недавно вышла реакция на ТикТок, потом реакция на разоблачение Вертеича, потом реакция на реакцию на реакцию, и вот этих вот всех реакций там, как вы понимаете, очень много, поэтому подпишитесь на канал, желательно с колокольчиком, канал Семён, если что, и там скоро выйдет новый ДК Данила Кибербуллет на Малфоя, моего дорогого друга Дмитрия Онищенко. Хотя какой он друг, он скорее, знаете, сегодня кент, вернее, сегодня мент, и завтра тоже мент, и послезавтра мент, и еще там через несколько лет он также будет ментом. Очень забавный такой, знаете, парадокс. Вот сейчас Life Mobile пишет, что, мол, там, знаете, с каждым новым днем все больше и больше ютуберов, все больше и больше. Однако недавно я захожу на канал мистера Алина, и что вы думаете? Он пофармил бабок с Black Rush, там, я уверен, суммы были большие, нормальные, можно себе, наверное, компьютер новый купить, или, допустим, какой-нибудь телефон, iPhone, например, да, почему нет, я думаю, что вполне можно, если вы человек такой, знаете, ну, сами знаете, какой там есть, какие там есть люди, какие там есть человеки, и все прочее, и вообще, ну, много всего, поэтому мистер Ален, так, знаете, пофармил бабок у конкурента, привел, может быть, каких-то своих людей, там, знаете, у него просмотры очень сильно упали, потому что это Black Rush, а аудитория у него немного такой, знаете, с другого проекта, название которого я называть не буду, зачем, для чего, непонятно, давайте я лучше все это делать не буду. И, в общем-то, да, там вот так оно все происходит. Сейчас он ушел обратно туда, откуда начинал, просмотры опять выросли, с просмотрами опять у него вроде как все нормально, снимает там про все вот эти вот проекты, про все вот это вот там прочее, я скриншоты, наверное, вставлять не буду, про что он там снимает. Однако вот сам факт того, что Black Rush покупает даже вот таких вот ютуберов, которые косвенно немного связаны со всей вот этой вот, знаете, GTA Samp Mobile Android движуха, или там даже GTA KRMP Android вот этой вот всей Mobile движухой, это, конечно, круто, прикольно, и, знаете, очень вовремя я начал снимать там новостные ролики по мобилкам, по мобильным вот этим вот всем проектам, по мобильным вот этим вот всем вещам, потому что там, знаете, ну, практически сразу же Black Rush написала такая, типа, о, брат, может, к нам, а я такой, типа, ну, я не знаю, они такие, да давай, давай, я, в общем-то, там, и сейчас я, как бы, тоже там, и Малфой сейчас тоже тут со своими вот этими всеми летсплеями с ним снимает, там что-то вот это вот свое делает. Ну, сами понимаете, Малфой, он паразит еще тот, и как бы ДК скоро выйдет на него, если еще там, знаете, предыдущие ДК не видели, то посмотрите, а также подпишитесь на канал Семен, там будут не только видосы по сампу, там будут еще и другие такие, знаете, отдаленные видосы на другие вот эти вот все отдаленные темы, поэтому если вам все это интересно, то зайдите, посмотрите и сделайте прочие вещи, а я снимал, играл и разговаривал про проект Black Rush, я часто это делаю, ролики выходят каждый день, поэтому если что-то можете и на этот канал подписаться, а под данным видеороликом вы можете поставить либо лайк, либо дизлайк, либо сделать какие-то вот эти вот все прочие свои движения, телодвижения, там написать, допустим, комментарий больше 4 слов, по типу там, я не знаю, Малфой паразит украл золото, деньги, 150 тысяч рублей, как Артур Карлик Вор Иллюминат Митин, и решил, что отдавать их не особо-таки нужно. Вот, можете наподобие того, нечто вот подобное, что-то про него написать, я уверен, что он не обидится, а даже если обидится, то кому нужны вот эти вот все его обидки? Правильно, никому. Поэтому вот как бы подписывайтесь, отписывайтесь, делайте прочие вещи, там заходите на канал, заходите на ролики и занимайтесь своими прочими вещами на проекте Black Rush, вводя мой никнейм Данила КПРФ, а также вводя мой промокод и там мой никнейм, все прочие вещи, хэштег ZDS со второго уровня, он доступен, насколько я понимаю, его можно ввести и получить там какие-то вот эти вот все свои привилегии. Новый видеоролик выйдет завтра, и я надеюсь, что все это произойдет в 20:00, либо немного попозже, либо же немного пораньше.
может быть, там как-то так все это будет. Всем спасибо за просмотр, всем пока и всем, наверное, до свидания и пока.